не разминаешься. А я разминаю. А ты? Это видео. Отлично. Расскажи, что здесь происходит. Тренируемся. Вечерняя тренировка. Ничего необычного. Тебе не нужен захват левой рукой. Да, он тебя тормозит. Я не нужен. Как у вас? Не знаю, всего два Лучше дома в Старкрафте башить с пацанами, да, нормально. Ты просто и на тренировке играть. Ты Старкрафт, ты лох. В смысле, мастер лиги. Второй. И, ну, в основном второй. Ну, в Брут лупишь? А? В Брут, да? И в Брутвор умею играть. Надо, да, первый. Можно в Брутвор поиграть. Я вообще в Брут отпатил. Погнали батя. Сегодня, говорю, мать. Я, у меня и компьютера нету. Компьютера нету? Нету компьютера. Смотри, все! Сейчас! Сейчас занимайся, мы едем в зал. Я бы тоже играл в телефон, но я на него снимаю. Не сразу, да, хочешь сыграть? Не обманул. У нас две команды джиу-джитсу и есть команда Неваза. Ну, там тоже, по большому счету, бразильская джиу-джитсу. То есть они просто ориентированы на это направление. Ну и вы как-нибудь типа общаетесь друг с другом? Ну, мы пересекаемся только на соревнованиях, бывает на день борьбы, но в основном нет. Ну, то есть, ну, не борьбы вы часто делаете? Ну, у нас есть, у нас день борьбы, он идет каждые выходные. Ну, понятно, что не всегда получается у ребят приходить там по каким-то причинам. Не, ну а вот другие клубы приходят, ребята? Приходят, но, конечно, не каждый раз. Нужно и дружить, и конкурировать. Но вообще конкуренция, она порождает желание больше трудиться. И, наверное, конкуренция должна быть. Но если конкурировать
мне где, наверное, приходится выбирать альтернативные пути. Для нас это Москва, потому что, ну, это, наверное, ближе всего остального, поэтому мы чаще выступаем, да, наверное, у вас. Ну, соревнования, наверное, это лучшая мотивация. Да, ты либо выигрываешь, если ты выигрываешь, ты тренируешься больше, чтобы не проиграть. Ну, если проигрываешь, понятно, тренируешься, чтобы выиграть. Такая замкнутая схема получается. Во-первых, в зале должен быть настрой на работу, во-вторых, этот настрой должен постоянно поддерживаться. Да, если в зале творится бардак, то, наверное, будет... Ну, достичь можно, конечно, но это будет значительно сложнее. На примере, да, тех же самых разговоров, понятно, что везде там, на ковре могут разговаривать, но если это переходит в какие-то рамки, да, мы возьмем, там, одна пара говорит, еще две по бокам слушают, отвлекается уже 6 человек, ну и как коэффициент падает, да, полезного действия от тренировки. Может быть, нет, это только мое мнение. Ну, я стараюсь, чтобы у нас, если вы пришли на тренировку, мы на тренировке, да, должны тренироваться, поговорить, и все остальное можно позже. Да приезжайте, пожалуйста, мы всегда рады вас встретить. Да, это не только БЖЖ Фрикс. Если кто-то будет проездом в Нижнем Новгороде, заезжайте к нам. Можете вбить ВКонтакте бразильское джиу-джитсу в Нижнем Новгороде, найдете нас, пишите, звоните. Да, вот, собственно, и все.